Вопросы развития Дальнего Востока звучат на разных уровнях, от Государственной Думы страны до отдельных ведомств и департаментов. О законодательном обеспечении ускоренного развития Дальнего Востока говорили на круглом столе в Московском доме национальностей. Тему продолжит Наталья Сазонова. Инициатором проведения круглого стола на тему «Законодательное обеспечение ускоренного развития Дальнего Востока» выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, который прежде всего остановился на состоянии и проблемах данной области. На примере Республики Саха была проиллюстрирована деятельность корпорации развития Южной Якутии по комплексному развитию региона. Свои взгляды высказали представители Минвостокразвития, Академии изучения проблем национальной безопасности и другие. В работе круглого стола принял участие представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрий Куприянов, который отметил важность проблемы ускоренного развития Дальнего Востока. Мы ежегодно проводим по Дальнему Востоку, по Южной Якутии, именно по законодательному обеспечению развития Дальнего Востока, по ускоренному развитию. Используем в своей работе. Здесь и опытные руководители, ветераны, не только из Якутии, вы видели, регионов Дальнего Востока. Мы всегда приглашаем и делаем это в Московском доме национальности среди друзей. Я считаю, это сегодня наш склад развития не только Южной Якутии, но всего Дальнего Востока. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.